Грегор Николас Филмс представляет. Колечко. Эйвондел, Новая Зеландия, 1965 год. Мам. Открыто, Глинес. Здравствуйте, миссис Бартон. Привет, Пол. Привет. Здравствуй. Надеюсь, ты отработала арпеджио. Выключай. Пол, они на крыше. Да, идемте. Пошли, Пол. Хорошо, очень хорошо. Дальше. Вот черт! Ты уже стрелял. Что-то, милая. Господи. Все хорошо, успокойтесь. Успокойтесь. Пол. Пол. Все хорошо, Пол. Все в порядке. Есть кто дома? Пол, я вам кое-что принесла. Мэри, это ты? Проходи. Немного расплакалась. Только что приготовила. Хороший у меня сын, правда? Видишь, как мама тебя любит. Ничего, если Пол побудет у тебя немного, час или два. Конечно. Мама, иди. Иди, милый. Пошли. Глэнис покатает тебя на Ронни.
кто-то подстрелил нашего голубя. Давай, Пол, это вкусно. Пол. Иди ко мне. Мам, что? Помнишь, как перед нашим домом сломался грузовик с пирожными? Помню. Ты меня разбудила, и мы смотрели, как собаки ели пирожное. А Гленни сидела на Роне. Да. Мне сейчас все это приснилось. Неужели? Мама. Ты же знаешь голубей Глинис? Я... Мама. Мам. Мама. Thank you.
Мама! Мам! Да покоится душа его с миром. Закончились страдания, и ушел страх. Заходи, Пол. Подойди, малыш. Все в порядке. Пол, твоя мама спит. Но она может не проснуться. Послушай меня, малыш. Теперь ей не больно. И она любит тебя. Помни об этом. Хочешь подержать ее за руку? Давай. В фильме снимались Дэмиан Лэй, Ронада Финлтон, Мелани Блейк, Стивен Холл и Глинис Парана. Автор сценария и режиссер Грегор Николас. Yeah.